Новый тоннель появится на железной дороге в Курагинском районе. Его строят на сложном участке. Приходится пробивать скалу в отрогах Восточного Саяна. Пока строители прошли пятую часть пути, а общая протяженность тоннеля составит почти 270 метров. После взрыва измельченную породу вывозят с помощью подземного самосвального автопоезда. Кроме тоннеля также будут построены два моста. Открыть движение здесь планируется в 2025 году. Новые пути необходимы для расширения пропускной способности участка Междуреченск-Тайшет. В свою очередь это позволит вывозить, в том числе из Хакасии, больше грузов на восток. Это сейчас самое востребованное направление у разработчиков недр.